Видно? В общем, у меня короткий доклад, потому что очень сложно это рассказать по этой теме. Поэтому так он называется, Django без Django. В общем, так, если я похвалю кого-то, сейчас, что я как бы с Django знаком давно, поэтому мне сложно мне что-нибудь рассказать. Первая версия на 96, я там попробовал, прошел этот путь, очень увлекаясь и следя за всеми изменениями до Django 1.3. После этого я забил, я сейчас не знаю, что там нового. В общем, в целом мне нравится Django. Мне нравится название, нравится их новый веб-сайт. Они молодцы. В частности, мне в самой Django нравится эта пара вещей, которые, как я считаю, немножко хуже организованы в других фреймворках. У меня есть опыт с классом, с ботом и с фреймворками не фронтовскими. Из того, что я считаю хорошо организовано, это, например, прежде всего URL routes. Как бы, ну, то есть легко просто открыть этот файл URLs и посмотреть все, что есть, и пройти всю цепочку до конца. Ну, там, Шаблодер мне нравится. В принципе, типа Джинджи 2 вроде как лучше, но я предпочитаю банковский. Ну и как бы организация этих всех middleways, context processors, они тоже хороши и полезны. И больше всего мне нравится в Django то, что как бы есть какая-то организация заявленная проекта. И это позволяет немножко держать проект в форме, не превращать его в какой-то месс, где, скажем, у вас хорошая модульная структура, но пришел какой-то мудак на проект и написал там в одном файле вторую половину проекта. Ну и потом вы с этим живете как-то, и это неприятно. Большое преимущество данных также то, что очень хорошо все на Stack Overflow с этой темой. Ну прям прекрасно. И любая тема, вот я если там что-то не помню, например, я там не помню Django Management Com, как их писать. Я просто вбиваю Google, первая ссылка, то, что не надо, ну все. Типа, копипаст, поехал дальше. Такими фреймворками слегка посложнее, я там подробнее об этом расскажу. Как бы. Ну, типа, это вся интеграция, то, что все это как собрано в единый как какой-то цельный кусок. Раньше ты можешь это плохо. Что типа лучше делать каждый инструмент, который делает какую-то работу хорошо, а потом это все соединять. И вот эта интеграция занимает больше всего времени. Там, с точки зрения результата, это какой-то дерьмовый вариант. Немножко о своем проекте расскажу. И почему без Django? Django славится прежде всего, самое главное преимущество — это ОРМ. Вот у нас нет ОРМ. От Django. У нас Django 1.3 не будет в обозримом будущем. Нет, вообще не будет, просто будет там. Если будет что-то, то это будет что-то уже совсем другое. Но планов менять на более свежую нет. Просто не зачем. Нет админки, мы не используем Django кэш, мы не используем Django переводы. Эти все вещи вы сделали сами лучше. Зачем нам Django в том виде, в котором она есть? Прежде всего то, что у нас есть, мы используем эту фичу Django, когда можно создавать на базе одного проекта множество других проектов. Как бы у нас это вот, используется, у нас там есть множество, это характер бизнеса такой, что множество разных интерфейсов на одной платформе. Есть разные варианты решить проблему, там кто-то пишет темы, это еще что-то, как бы у нас есть кастомизация под каждого кастомера на базе как бы, платформы, на базе основного проекта. Эта фича считается очень сильной, которая есть Django. То есть там уже все готово для того, чтобы проект можно было разрабатывать в таком ключе. Ну там всякие типа вкусняшки, типа вот, там
подогнать весь контекст проекта с помощью Managed Shell, очень клевая тема. Ну и как бы мы активно используем Management Commons и всю эту инфраструктуру вокруг нее, типа там аргументы и так далее, и так далее. Все это очень удобно, весь контекст уже приложения можно легко подгрузить. Django заботится об этом за нас. Как бы мы занимаемся тем, что разрабатываем новые фичи. Как я говорил, в этом, это все уже как бы есть практически там, в любом проекте. Например, там, мой опыт с Flask. Для того, чтобы по Flask сделать то, что в Django есть там, это Managed by Shell, нужно подключить библиотеку, написать команды, там, тра-та-та. Куча, короче, какие-то танцы с клубном, которые можно просто не делать. Да. Ну и там как бы практически все, что нужно, все там типичные примеры купятся в 10 секунд. Блин, это офигенно, мы в Google Drive Development, да, там, как бы в новом веке находимся. Ну не нужно все в голове уже держать. Как бы из своей юности и передней давности я помню следующие как бы заблуждения про Django. Первое, Django медленно. Значит, второе, ORM тормозит. Третье, шаблонизатор медленный и тормозит. Как бы это все ничтожно по сравнению там, с проблемами input-а output-а. Это все даже никакой роли не играет, вы там ничего не выиграете, если сосредоточитесь на проблемах типа за какими данными вы идете, как, каким образом типа, вы их выбираете, как они индексируются, с какой скоростью их отдает сетер. Короче, все эти проблемы точно больше, чем проблема Django. Там, ну, например, там, типичный пример из моей практики, то, что вначале я как бы думал, там, например, там, чеки от магазина, думал, там фигня там этих чеков. Типа, ну оказалось, что не фигня, типа гигабайт день, текстовых данных. Типа, ну а через вот, полгода я понял, что как бы, это не может быть быстро. И нужно было думать сразу. Вот, и как бы потом проблемы решаются. Ну и то же самое хорошо понял, что можно поменять на GG2 и геморроиться с этим процессом замены. Может он такой сложный, но то есть какое-то время нужно на это потратить. Пусть это будет 5 минут, это 5 минут, которые вы не тратите на что-то другое. Но тем не менее, как бы там это все есть. Также by design, если вот просто там, не делать тупых вещей, например, не делать запросы к базе данных в таргах шаблона, то есть там template tags. Если вы там делаете запросы к базе данных, то, наверное, скоро у вас будет проблема. Вот. Или там фильтра, или еще что-то. Или, например, контекст процесса. Если вы делаете запросы в базу данных без контекст процесса, точнее, не к базе данных, а к недетерминированному источнику данных, типа Postgres, который может ответить быстро, а может ответить медленно. Все это как бы depends. Ну, как бы, то тоже ждите проблем с нагрузкой. Ну, как бы, вот такого плана проблем если не делать, если каждый кусочек отвечает за свою область, например, там, шаблоны отвечают, отвечают чисто за отображение, view отвечают там, за выборку данных, еще что-то. Ну, в общем, везде должно все быть, как бы, separation of concerns, да, все должно быть на своих кусочках. Например, типа там типичная, как бы, типичная проблема использования этого вот декоратора кэш. Это просто полный небо, потому что, например, вы ставите декоратор кэш, и у вас все хорошо работает, но там каждые 10 минут у кого-то сайт тормозит. Вот этот человек думает, что, блин, что за дебилы, что сайт отдельно работает. Ему достаточно один раз просто это испытать. И у него уже будет персепшн, и потом он будет на e-mail писать саппорт, типа, блин, какой вы сайт тормозной, у меня сейчас тормозит, я там добавил, например, или там, у меня ошибка, gateway timeout, или еще что-то. То есть не нужно так делать. На самом деле лучше сделать, как бы по-другому, нужно дублировать кэш и складывать его, и генерировать значение в кэше синхронно, не на фронтенде, а юзеру отдавать это все детерминированно. Например, хранить там в Redis или в каком-то key-value storage, который всегда, у которого есть конкретное время, конкретная сложность подачи там, по кету. Как бы, ну, то есть сложнее, это если там через какой-то
Chrome job обновлять кэш. Это работает. Но если у вас данные меняются, они тяжелые, но их нужно отображать относительно свежими. Эта задача сложнее, но тоже просто решается. Пишите worker, там, management command, которая слушает изменения какого-то источника и тут же их ложит в кэш. Ну, а пользователь всегда с одинаковым константным временем будет отдаваться результат. И у вас не будет таких вот каждые 10 минут у кого-то сайт тормозит. То же самое касается контекст-процессоров и так далее. То есть если там какой-то, если там есть запросы к Postgres, то ждите какой-то момент проблем. В общем, мой короткий доклад подходит к концу. Да, я хочу сказать, что Django чаще всего, на 99% случаев, не виновата в проблемах, которые возникли на проекте. Это как бы довольно чистый фреймер, который куда-то ходит зачем-то и получает ответ какой-то скорости, и дает другое место. Вроде все. Спасибо. Кто хочет что-то спрашивать? Да. Я наброшу. Давай. Ты тут говоришь Django, вот с одной стороны у нее есть структура проекта, все классно, а с другой стороны на следующем сайте говоришь, ребята, вы должны делать все правильно, и Django вас не спасет, если вы делаете неправильно. Все правильно. Я не чувствую противоречия. Можешь мне как-то... Это консистентно. Если ты не пошаришь данные, которые с которыми работаешь, то Django не Django вообще пофиг, но Django просто тебе как бы даст больше времени на работу с непосредственно твоими данными. Так абсолютно верно. Если я шарю, то я могу структуру проекта сделать как надо. Если я шарю, я могу argument parse использовать или любой другой. И нафига мне эти джанговские команды? Нет, смотри, это если ты шаришь Django. Если шаришь питон, это с этим я не могу не спорить. Но, например, конкретная ситуация. Люди после университета, у которых есть знания в алгоритмах, структурах данных и так далее, у которых есть хороший опыт экспертизы в этом деле. Например, спортивные программирования. Согласись, что люди, которые пишут и участвуют в олимпиадах, они шарящие. Да? Они умные, способные и так далее. На них никогда нет никакого опыта с питоном там, и Django. А никому не нужно, никакой питон не будет за то, что ты изучал Django, ради Django. Им нужны задачи, им нужны решения. Их проблем, там, их фич. И Django позволит таким людям, прежде всего, быстрее как-то заняться непосредственно тем, что нужно бизнесу, а не то, что нужно. Смотри, я со стороны немножко. Короче, point такой, что Django не требует от тебя такой глубокой экспертизы в питоне, в структуре проекта. И там все типичные проблемы там, с URL, роутингами, импортами и так далее, они уже там решены. Ты на них не напоришься. А еще вопрос тут. Да. Можешь растолковать, почему Django без Django? Почему ты назвал так доклад? Это все очень просто. Django без ORM — это не Django. Поэтому Django без Django. Вот, у нас нет ORM, у нас KHDP — основная база. Мы все работаем через нее. У нас нет ни одной SQL-ной базы, даже SQL-ной. Я тоже непременно использовал. На вечер приходит и говорит, ё-моё, я прочитал туториале, а у вас что? Ну, я его скажу, конечно, Kyiv.py. Начинает изучать, да? И он начинает изучать. Ну, к счастью, Kyiv.py сильно проще любой SQL-базы данных, то есть там все очень тупо, поэтому как войти проще, чем там говорят. Да. Ну все, спасибо.